Сержант! Эй! Боржу! А мы с тобой сгущенку так и не доели. Зачем я вам, Владимир Степанович? Молчи. А атака высоты 547. Я ведь лучше пулеметчик батальона. Для фронта не страшно, если одной девчонка будет меньше там. Для меня страшно, для меня. А, черт. Прокол. Товарищ полковник, я мигом. Давай быстрее, мы пешком пойдем, догонишь. Милый ты мой, голубчик. Что же они делают? Ничего, ничего, мамаша, ты пусть сам, пьет, сам. Пусть. Симаков. Я! Сиди, сиди. Товарищ полковник, первый батальон соединения... Метальникова взяли. Так точно, товарищ полковник. А почему в таком виде? Да форма сгорела. Немцы в доме подожди. А, весь с тобой историей. Вот опять не так. Владимир Степанович, так и знаете, в штабе я работать не буду. Хватит об этом, Маншук. Вы знаете, я упорный, как отец. Я был твоему отцу другом. Я обещал ему, что буду заботиться о тебе и твоей матери. Когда я ушел на фронт, мне в голову не могло прийти, что ты бросишь мать. Ты думаешь вообще о матери? Одинокой матери, которая ждет тебя и распечатывает со страхом каждое письмо с фронта. Все, Машук, об этом, все.